Тем временем водосберегающие технологии планируют внедрить на 20 тысячах гектаров орошаемых земель до конца 2023-го. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Сейчас в Казахстане новшество применили почти на 280 гектарах. Это всего 18% от общей площади земель сельхозназначения. Данные показатели в ведомстве намерены увеличить. Для этого они выделяют субсидии только тем фермерам, которые используют современные водосберегающие технологии. К примеру, в прошлом году казахстанских аграриев поддержали субсидиями на 18 миллиардов тенге. В Минсельхозе также отметили, нужно сокращать и площади водоемких культур. В ближайшее время почти на 25 тысяч гектаров могут снизить посев риса. Самым у нас водозатратной культурой является это рис. Удельная норма водопотребления в пределах 24 тысяч кубов на 1 гектар. Сами знаете, рис в основном у нас применяется в Кызылординской области. В настоящее время площади сокращать там сильно также невозможно. Последовательно, да, в зависимости от рекомендаций ученых.